Горбуша в сметане – хорошее блюдо, которое любят и взрослые, и дети. Вкус блюда получается насыщенным из-за присутствия сырной корочки, а сама горбуша, запеченная в сметане, выходит нежной и сочной. Рецепт горбуши в сметане абсолютно не нов, однако его можно считать одним из самых перманентных блюд в моей кухне. Готовится достаточно просто, зато рыба получается обалденной. Невозможно устоять. Эдакое кулинарное чудо, стараний минимум. А результат – превосходный, достойный даже праздничного стола, не говоря уж о будничном обеде или ужине. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. 1. Филе хорошенько промываем, просушиваем, нарезаем на порционные куски, поливаем их соком лимона, немного растительным маслом и маринуем около 40 минут в холодильнике. 3. Выкладываем в форму филе рыбы, достаточно плотно, затем солим, перчим, приправляем. 4. Смешиваем сметану с мелко нарубленной зеленью и обмазываем рыбу. 5. Посыпаем натертым сыром. Вкуснее тем, кто подпишется. 6. Отправляем в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Приятного аппетита! Вкусняшки, подписавшимся. Нам понадобится: филе горбуши 500 грамм, лимон 1 штука, сметана 350 грамм, 150, первый слой 200, верхний слой, сливочное масло 60 грамм, соль, перец, приправы по вкусу, кориандр, молотый имбирь, орегано, свежая зелень 1 штука, пучок, твердый сыр 250 грамм, количество порций 4. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Удачного дня!